У каждого человека осень вызывает свои ассоциации. Для Александра Пушкина это унылая пора, очей очарования. А для наших современников, возможно, теплый плед и горячий чай. Осеннее изобилие красок вдохновляет художников на создание шедевров. В эти дни в Центре современного искусства проходит выставка «Осень-2013». На выставке представлено более 100 картин. Среди авторов известные чувашские художники Ревель Федоров, Андрей Анохин, Константин Долгашов, Миша Григорян, Геннадий Козлов. В этих картинах органично сочетаются осенние мотивы и национальный колорит, и культура чувашского быта. Посетители по-разному оценивали выставленные работы. Кто-то восторженно уходит и не записывает отзывы, кто-то... Ну, по-разному. Люди же разные бывают. И, к примеру, художник, когда пишет один и тот же мотив, два художника, к примеру, да, стоят и на пленэре пишут, ну, к примеру, вот этот мотив, да, мы видим, с собачкой и прудом. От настроения, с которым пишет картину художник, может зависеть и настроение зрителя. Яркие броские цвета на полотне обычно привлекают больше внимания. Увидеть картины могут все желающие. Выставка продлится еще год. Екатерина Сосновских, Евгений Анисимов, Республика.